Всем привет! Сегодня у нас будет обзорчик вот такого вот Rhino 12/12 с бастом. Потестируем, посмотрим, стоит ли затраты на него, на его прокачку на 12, и вообще годен ли будет этот герой с такой прокачкой по сравнению с другими героями, которых нужно качать в первую очередь. Давайте посмотрим его. 12-12, баст, плюс 60 атаки, плюс 60% жизни. Будет стоять слоник, как защита от стана, чтобы мог сразу переходить в форму. Рунами у него будет стоять пятая ремочка для включения, также топор для урона в снаря и победный выпад стоит. В созвездиях у меня стоит 5 уклонений, 1 крит для того, чтобы был выше шанс прохождения крита. Так, ну что у нас по атрибутам? Атака в районе 17 тысяч, жизнь в районе 500 000. Учитывая еще накидку от баста. По атрибутам, в принципе, все стандартно дает. Это дает ему очень большое преимущество против обычных героев, потому что у него идет еще бонусом точность. Также крит сопротивление, что... При моей прокачке это как бы очень большой плюс, потому что я качаю таких героев, которые там основные, либо ударники с уклонением. Так, хорошо. Давайте посмотрим разницу в скилле, что давал скилл на десятке, что на одиннадцатке и на двенадцатке. Так, на десятке 210% восстановления получалось. Также урон 1500% от атаки в течение 3 секунд, 50% шанс уменьшить энергию на 50. На 11 плюс 25% получается от хил от атаки. Добавился 90% урона по зоне и уже 55 энергии. На 12 плюс 50% к отхилу, также урон равный 1680, то есть получается у нас 180% добавилось по сравнению с десяткой, и 60 энергии, то есть плюс 10 энергии. Ну, в принципе, неплохо. Давайте потестируем его сначала на рейдах, посмотрим, что он там сможет. Герой сам себя восстанавливает, это очень неплохо, точно так же, как и Бигфут. Надо будет их сравнить. Ну, давайте тут, о, тут Фрея даже есть. Ради интереса запустим отсюда. Ну, смотрите, как забор шатает. Ну, конечно, его ушатало Фрея тут без вариантов. Шатает любого героя. Так, ну вот такая вот расстановочка. Забор ломает отлично. Забор пропадает только так. Вот. Так, есть. Смотрим. Бешеный урон просто. Просто бешеный урон. Сейчас посмотрим, что сможет череп сделать содержимым. А там еще и даже Анубис есть. Вот Анубис раз пропал. Так, одержимый. Ух ты, одержимый бьет. Ну, одержимый тоже пропал. Ну, вот так вот, ребята. Он просто всех слил. Урон, конечно, бешеный. Даже под дебафом от Анубиса он его просто сливает и не дает ему заряжаться. Все, он всех слил. Сейчас опять забор пропал. Так, смотрим дальше. Ну, так вроде неплохо. Урона, конечно, блин, немерено. Стрелок ему не страшен. Точнее, стрелка-вертолетики. Ну, вот так вот. Так, кто там у нас? Кто-то с отражением был что ли? 44 тысячи отхил идет. 44. Ну, неплохо. Можно поставить утекание рунами питомца на отхил. Вы его фиг убьете. Так, что тут у нас? Мы побежали ломать заборы. Конечно, ломать им заборы вообще за счастье. Смотрите, герои 383 урон. Ну, все пропали. До свидания. Бешеный, конечно, урон.
Сейчас еще пару расстановочек и посмотрим через список. Может, кто-то стопал, посмотрим, что там будет твориться. Так, тут 180-е не прокачаны. Ну, тут более-менее интересно, одержимый. Попробуем вот тут зайти. Раз даже не попал. Хранитель пропал, 180. Вот он об огненную защиту хранителя практически убивается. То есть урон у него вообще бешеный, если у него столько жизни пропало. Ну, смотрите, сейчас тыковка. Сейчас тыковка его просто ушатает. Нет, не успела. Хотя был шанс. Так, он сейчас опять включится в форму. И все, прощай забор. 180 тысяч показал. Ну, неплохо. Давайте поищем какого-то топа. Попробуем на него напасть. В принципе, если он снесет где-то 50% базы, это очень легко. То можно дальше остальными героями добить. То есть сейчас проблем с такой прокачкой вообще не должно быть. Так, стрелок Фрея. Ну, тут, я думаю, тоже без вариантов будет. Но хоть посмотрим. 200 тысяч по стрелку прошло. Ну, неплохо. Не проканает. Фрея будет его долбить. Еще разок. Попробуем со стороны ворожая зайти. Так, чтобы ворожая задеть. Так, вот он включился. Гаргул. 370 тысяч. 404. Это просто жесть. Смотрите, какой у него бешеный урон. Ну, понятно. Башни помогли. Но, блин, урона вообще немерено. Очень круто. Давайте еще кого-то поищем. Мне он нравится. Вот такая вот расстановочка. Ну-ка посмотрим, что там Некрос может сделать. Ворожей. Ну, он убился об эти Минотавра слил. Конечно, бешеный урон. Так, скобочками хотелось бы какую-то расстановочку найти. Попробуем отсюда ближе от ворожая зайти. Вот так вот где-то. Что-то не могу понять, что он Гаргула не сносит. Вроде ж казалось бы, такой урон. Жизнь на месте стоит. Так, еще поищем. Если, конечно, нужно раскрыть расстановку, вбежать в базу, это вообще без проблем. Вот он забегает. Так, против Бигфута. Не, сливают, сливают. Ну, в принципе, рейд это не показатель. Так. Давайте посмотрим на него на подземках. Седьмые, конечно, рано ему штурмовать. Давайте на пятые кошмарки 5-1. Что он тут вообще сможет сделать? Ну, забор проламывает заряда, в принципе, смотрите, как хорошо проламывает. Ну, тут понятно, его шатает. Сейчас мы попробуем взять магию.
и вместе с выражаем. Так, рину. Тридцать, сорок тысяч, да, 44 отхил. Ну, плюс ворожай. Ну. Не, не тащит он. Не тащит он, так как шапка. Так, еще разок. Возьмем магию уже с собой. Так, Рину, Воржей, ускорялка, щит. Ну, так вот, под такой ускорялкой, конечно, у них, смотрите, бешеный, 500, 657, миллион. Просто шатает их. Так, ворожей надо жить. Ну, круто, круто. Почти, можно сказать, изи. 68%. Конечно, на маленьких левелах этого обычные игроки себе не смогут позволить такую прокачку, но в дальнейшем, думаю, она себя оправдывает. Ворожай против Ареса. Ну, кто кого. Ну, включись. Вот так вот. Не включился собака. А можно было их всех ушатать. Смотрите, как сливают. Бам-бам-бам. Все. Давайте возьмем попроще подземочку, не пятую кошмарку. Попробуем просто в обычной. Обычная. Не, это как-то для него очень просто будет. Немножко не туда зашел, жестокое. Попробуем, посмотрим, что у нас тут получится. Ну, в районе 150-200 тысяч у него получается урон. Он 300 даже проскочил. 458, 600. Ну, круто, круто смотрится. Да, но ему тут тоже нужен подхил. Так, не катит. Хорошо, если мы возьмем с собой тыковку. Ради интереса. Поставим даже, в принципе, четвертую. Этого должно хватить нам. И ангела. Вот так. Рину тут, тыква тут. Смотрим. Вот тут сейчас он просто должен жестко их всех унизить. Но это не точно. Его все равно сольют. Ну, 53% набрали кое-как. Так, хорошо. Еще один тест. Теперь с магией попробуем. Конечно, есть другие герои, которые запросто эту подземку соло могут пройти. Но тут интересно именно посмотреть на вот это все. Как он будет их... Или будет вообще он их шатать. С магией. Ну, смотрите, какой урон бешеный. Они просто все разлетаются. Тыковка разгоняет. Все. Он просто всех покусал.
Забодал, я бы так сказал. Даже интересно еще разок посмотреть на это все. Вот это на повторе посмотрите, какой там урон был. Мне интересно еще раз потестить бегающего носорога. Так, раз, два. Так, ускорялку. Щит. Смотрим урон. 1 450 000. По-моему, 6 или 7 миллионов. Он просто их тупо убивает. Все, до свидания, подземка. Ну, круто, круто. Да, смотрится неплохо по урону, конечно. Так, хорошо. В принципе, на подземках мы посмотрели, урон бешеный. Где его можно еще посмотреть? Давайте посмотрим на турнире героев. Только я сейчас всех остальных сниму, чтобы они нам не мешали. Так, убрать, убрать. Все, оставим одну в арену. Давайте там с 16 волны начнем, посмотрим, кто там нам будет попадаться. Варлок. Сможет ли он их? Ну, я думаю, он их без проблем сможет ушатать. Должен, по крайней мере, если они на него сейчас не... Да, вот так вот. С одной, скажем так, плюшки, конечно, он убился об отражении. Сразу же, моментально, с таким уроном. Давайте еще разок. Раз. Ну, думаю, он тут их... Хотя, если опять они его не заблочат, ну, думаю, должен. Да, без проблем он их шатает всех. Поднимаемся 17-ю, смотрим. Опять варлоки, тут без вариантов. Сейчас он просто где-то включится и все. Шестьдесят три тысячи отхил. Круто. Ну, давайте, подходите. Был бы он, конечно, с огненной защитой, они бы уже, наверное, поубивались бы давным-давно. Да, вот видите, он просто слился. Общита. Так, хорошо. Давайте там уже что. Ну, 19-ю это бессмысленно. Ну, хоть посмотрим. Так, они все наверху побежали. Так, смотрим. Ну, куда же вы бежите, ребята? Ну, смотрите, 500 000 наносит. Это без бафов всяких там. 1 200 000, 1 300 000, 800, если я не ошибаюсь. Ну, бешеный урон. Бешеный дамаг. Ну, круто он их сносит. Так, хорошо. С этим разобрались. Ну, на атаке фортов тоже себя, думаю, очень хорошо покажет. Давайте потестируем его в королевской битве. Так, какую... Ну, сейчас вторую пачку разберем. Посмотрим, что он сможет. Было бы интересно попасть на пачку с атлантами. Вот он включился. 177, 180. Он где-то приблизительно наносит так же, как и Анубис со своего скилла на 12-м. Тоже в районе 180 тысяч. Двести пятнадцать. Ну, хорош, хороший урон, конечно. Правда, минус его, если даже сравнивать с Бигфутом, Бигфут сразу включается, а ему надо еще в форме набрать энергию. Это дополнительное время. Вот это плохо. 360 000 крит.
Так, тут поинтереснее пачка Атлант. Я думаю, он Атланта ушатает быстрее, чем тот сможет включиться. Так и есть. 215 крит. Ну, неплохо. Вот еще есть одна пачка. Давайте еще ее попробуем. Тут хорошая сборка. Смотрим. Тут вольт будет блокировать. Но это их все равно, как видите, не спасает. Хорош. Он против Анубиса. Смотрим. Какой-то там очень быстрый Анубис. Он с Берсом, что ли? Смотрите, как он быстро бьет. Конечно, Рино его по чуть-чуть шатает, но, блин. Как-то нереально быстро. Какой-то читерный Анубис попался в пачке. Сейчас мы еще его потестируем на забытой и в экспедиции. В принципе, скажу, интересно, урона намного больше, как я вижу. Также параметры повыше стали. Его сложнее слить. Его всегда было сложно слить, когда он включается. Так, побежали, экспедиция. Смотрим. Ой, ну тут, думаю, нас ушатает. Ну, посмотрим ради интереса. Хотя надо было его вначале выпускать. Сейчас постараемся, если нас будут сливать, то... Смотрите, что делается. Так, пока сливают, но он их там жестко бьет. Ну, давайте попробуем сейчас тут его сразу пустить. Сольют, так сольют. Чтобы он сразу... Ай-яй-яй-яй-яй. Он снес больше, я что-то не посмотрел. Плохо. Ну, давайте тут потестим. Была не была. Так, вот он включился, бах, трах, бах, и все, до свидания. Всем героям он сказал просто до свидания. Ну, черепу он тоже, думаю, скажет до свидания. Кстати, неплохо забор энергии делает. Ну, череп его, конечно, заваншотил. Ну, это и не удивительно. Ну, что, побежали, потестируем его. В забытой. Создать команду. Так, куда его пристроить? Давайте его сюда пристроим. Место Анубиса, хранителя уберем. Поставим вот так Фрэнки. И его сюда поставим в первую. Сохранить. Макут. Ну, давай посмотрим, чего ты стоишь, Макут. Вот вам, ребятушки, это просто жесть. Там у него просто бешеный какой-то урон. Тут, конечно, у всех бешеный урон, но как-то вообще там первые все слились, остался один некросик. Но ему тут тоже ничего не светит. Круто. Мне понравилось. Так, тут эту пачку мы должны слить. А хотя тут Фрейя есть, она сейчас их по одному ушатает просто. Вот то, о чем я говорилась. Она сейчас их просто раздаст.
Вот смотрите, явный пример того. Вольтор вообще просто мясо и одержимый. Так, хорошо, побежали дальше. Какой-то Макс. Тут без проблем сейчас у них. Так. Ну, тут тоже разберут. Так, а давайте, знаете, что сделаем? Сделаем небольшой тест. Поставим его. Этого убрать, ее убрать. Убрать. Так, будет у нас атакующим. И поставим еще дерево сюда на всякий случай. Ну, вот так вот попробуем такую вот сборку. Вот чисто ради интереса посмотреть на его больший урон. Да. Ладно. Я надеюсь, следующие пачки в следующих попытках будут посильней. Вот череп есть, побежали. О, хороший, хороший состав. Смотрим. Ну, как вам сказать, ребята, вы сами, в принципе, все видели, какой там урон прошел. Сейчас он, дерево должно его резнуть, по идее. Вот оно его резнуло. Вот смотрите, что он делает. Он просто их тупо раздал. Ну, хорош. Очень хорош, как по мне. Так, кто там, Анубис остался или кто? Что-то не вижу. Да, походу Анубис. Либо череп. Ну, круто. С деревом то, что надо. Сразу снес, потом еще хильнулся, снес. Ай-яй-яй, видите, не успели просто. Просто не успели по времени ушатать. Так, тут походу будет у нас сейчас слив. Хотя... Не факт. Если, конечно, они тут затащат, это будет просто унижение. Не, не успеет, не успеет она. А может, успеет. А, и на ней утекания нету. Жалко. Так, хорошо. Ну, давайте еще кого-то интересного поищем. Вот еще вроде с Анубисом интересен. А, нет, тут есть. Ну, вот так вот. Против Некрос опустим эту пачку. Тут Ирину и Некрос еще есть. Блин, ну там кажется у него, да, он герои наполовину даже просели. Тут дерево без ремки, по-моему. Ну, что вам сказать, мне нравится. Качать есть смысл, правда есть герои понужнее, чем он, которых в первую очередь стоило бы прокачать. Но если вам девать некуда кулаки и вы хотите, чтобы у вас Рину был шатающим, то, думаю, смысл есть его прокачать. Ну, посмотрим. Завтра потестируем его с другим талантом. Пока мне нравится. Качать смысл есть. Все, оставляйте ваши комментарии, как вам такая сборка, есть ли смысл, кто с каким талантом вкачал. Подписывайтесь, всем пока.